Твери приводят в порядок дороги с грунтовым покрытием. Помимо объектов уличной дорожной сети, которые ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», во всех районах города ведутся работы по укреплению дорожного покрытия асфальтобетонным гранулятом. Снимаемый в ходе ремонта магистральных дорог асфальт используется вторично. На его основе производится асфальтобетонный гранулят, с помощью которого выполняется укрепление покрытия небольших дорог на территории города. В частности, с начала сезона уже на 30 улицах и проездах таким образом укрепили грунтовые дороги. При проведении работ в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» при фрезеровании проезжей части появляется вторичный материал – асфальтобетонная крошка или гранулят. Он используется для отсыпки грунтовых дорог, грунтовых обочин, для их укрепления. Работы по отсыпке грунтовых дорог начались в апреле месяце в небольших объемах. С наступлением июня месяца мы смогли увеличить количество отсыпаемых улиц. В настоящий момент уже отсыпано порядка 30 объектов, на что потрачено около 1800 кубов асфальтобетонной крошки.